Алла Йошка, Стахан Рахимов и самый детский ансамбль в мире «Домисольки». Ура! Давайте. Это Ёшка, Ёшка, моя.
Это наши постоянные друзья, я не знаю этого слова, десятилетняя дружба на сцене, не говоря о том, что в жизни совершенно очаровательный коллектив, и руководители этого коллектива Ванечка и Олечка. Мы их так зовем, мы так знаем. Они сегодня в Кремле, параллельно с нашим концертом, похлопаем, а мы передадим. Мы вас ждали очень, потому что 10-я Ханука – это нефиг, это очень непросто. Потому что многие думают, ну, что они еще нового нам там расскажут. А мы сегодня не будем вам петь новые песни, уж так много новых песен, нет. Потому что на юбилее вспоминается то, что было тебе дорого, то, что казалось тебе и твоим зрителям таким важным для тебя, интересным, нужным. Девочки, мальчики уходят, давайте поаплодируем.